перед вами, Грей. Как пройти мимо, друзья? Как пройти мимо, даже если ты совсем без сил? Даже если у тебя корма осталось всего на сутки? Но скажите, ребят, если он кричит и просит, как пройти мимо? Ну что, мой хороший, сейчас, ребята. Подобрали кошку, она очень сильно кричит. А то сейчас взяла на руки, она замолчала. А то прям кричала, ползла к дороге и кричала. Мы не можем понять, что с ней. Трогая руками, одни кости. Одни кости. Что, она ползла? Когда я ее увидела, она ползла. Слушай, она вообще без сил. Забираем, конечно, даже не обсуждается. Пойдешь? Тише. Иди сюда. Живая? Нет. О, Господи. Непонятно. Давай в клинику сразу. Ты посмотри, она к дороге ведь ползла. Уже, да, анемия? Похоже, да. Поехали. Люль, я не поняла, она вот орала, ехала. Вот видишь, мы с поворота вырулили, а она ползет. Я чисто случайно ее увидела. Пойдем. Вот она шла. Да, ты ничего не кровит. Нет, вроде я хоть из этих уже посмотрела. Ничего вроде, да. Тихо. Чего ты стеришь? Может, у нее запор? Живот. Может, она что-то съела? Попа чистая. Живот раздут, надо. И попа мне не нравится. Она могла от голода что-нибудь съесть. Могла. Да, ей болит животик сильно. Давай-ка. Иди сюда, моя солнышко. Я подержу. Хорошо. Ну, все ушли, кроме меня. Вот так. Она ползла? Иди. Вот. Снимай. Скелет, ребра. Маленький. Все будет хорошо. Прокапали, снимок сделали. Мы сейчас находимся в рентген-кабинете. Сейчас придет доктор. Пошел позвать второго. По-моему, совет нужен. Ты кричишь, малыш. Ну, чем тебе помочь? Чем, детка? Глазки нехорошие. Так, капается. Капается. Мы таких тяжелых вытащили. У меня сейчас девочку прооперировали. Правого легкого нет. Вытащили девчушку. Да. Знаешь, вот? Мы с ним много разрабатываем вместе. Он потрясающий человек. Немножко. Немножко, малыш.
немножко надо. Он очень обезвоженный. Через час я еще попробую напоить. Маленький. Что, мое солнышко? Потерпи, детка, потерпи. Ну что, мы начали капаться? Да, так приготовила гомовит. Да, сейчас, мой золотой, это метрогил. Медленно ввожу. Метрогил 5 кубиков всего. И капельница у нас стоит. Капельница очень-очень медленно. Капельница. Вот так. Знаете, ребят, вот иногда смотрю и думаю, почему Бог вот так выталкивает навстречу вот таких тяжелых зверят, у которых 30% осталось для жизни. Я даже боюсь сказать 50/50. И ведь пройти мимо нельзя. И сделать надо все, что можешь. Не оглядываясь, удобно тебе это, неудобно. Можешь ты это сделать, не можешь. Ребят, ведь главное, когда попадается вот такой страдающее существо навстречу, мне кажется, главное – это помочь. Я не знаю, смогу ли я спасти Грея. Этого малыша назвали Греем. Завтра повезем к врачу. По фотографиям врач дал страшный диагноз. Сказал, что это похоже на инфекционный перитонит. И тем не менее, ребята, хочу попробовать сделать все, что... Может быть, однажды? Однажды. Когда мне понадобится помощь, может быть, точно так же. Какой-нибудь человек не пройдет мимо. Может быть, даже просто скажет какое-то хорошее, доброе слово. Именно тогда, когда я буду в нем нуждаться больше всего. Мы должны помогать друг другу. Неважно, котенок перед вами, щенок, человек... Ребят, мы должны помогать друг другу. Мы же люди. Мы же для этого живем на этом свете. Лежи, не буду беспокоить. Не буду, мое солнышко. Маленький мой. Лежи.